Всем привет! Сегодня я хочу рассказать, как запускать квадрокоптер с рук. Не всегда есть возможность запустить с ровной поверхности квадрокоптер, поэтому иногда приходит на помощь такой прием, как запуск с руки. Давайте я вам покажу, как это делается. Смотрите, для того, чтобы запустить квадрокоптер с рук, нужно предварительно откалибровать на ровной поверхности его, чтобы он летал прямо, никуда ни в какую из сторон его не дрейфовал. И после этого ставите на руку, смотрите, на пульте нажимаете джойстик вверх, запускаются винты. И после этого потихоньку начинаете поднимать джойстик вверх, и он взлетает. Теперь я покажу еще один прием запуска. Смотрите. Опускаете джойстик потихоньку вниз, и он ложится на руку. Но винты при этом не останавливаются до конца. Они начинают крутиться. Если вы плавно садите его, они продолжают крутиться. После этого вы можете либо джойстиком вверх поднять, и он взлетит. Либо, когда вы смотрите, вы убираете руку. Вот. Или подбрасываете его вверх, или убираете руку. Он удерживается в воздухе. Для того, чтобы посадить квадрокоптер на руку, и у него полностью винты остановились, нужно немного резче его сажать. Берете, смотрите. Вот, смотрите, раз, резко посадили, для того, чтобы он немножко стукнулся об руку. И после этого, для того, чтобы запустить, берете, поднимаете джойстик вверх, начинают вращаться винты, и еще раз вверх, и он взлетает. Кому был полезен обзор, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, буду снимать еще. Всем пока.